Друзья, вот тот самый законодатель вот этого фаер-шоу, огромнейшего мирового. Да, карнавала огня, вселенского карнавала. Игорь Николаевич Панин, да. Наш дорогой друг, который мастер уже не первый год. Панин, просто мастер. Мастер Панин, да, извини. Да, вот, да. Друзья мои, в Ютьюбе зовите его просто мастер Панин. Игорь, мне кажется, настолько все круто удалось, что просто в восторге, и все даже члены жюри, я не знаю, как они будут это выбирать все что-нибудь. Да, да, выбирать, кстати, очень тяжело, они спорят, да, и удалось, не удалось, четвертый год уже удается, да, взрываем, пытаются мешать, пытаются вредить, всякие дворники там в виде главы управы, да, он же дворник, да, приходит, гадит, говорит, что что-то нельзя, ему надо помогать, приходить здесь двор конечно убирать, какие-то письма пишет, нельзя, зачем этот дворник лезет туда, куда не надо, глава сжечь, управы... Сжечь, а дворника сжечь! Да, нет, дворника сжечь не надо, но дворник должен знать свое место, глава управы, он же дворник, и пусть сидит у себя там в углу, и не лезет к молодежи, к российской, классной, которая делает чудеса, творит, которая во всему миру доказывает, что мы классные ребята, мы классная страна, мы классная русская нация. А эти упыри, которые не то, что не помогают, а еще вредят. Потом там всякие, есть эти, как их, прокуратура экологическая, которая тоже что-то пытается сказать, что здесь на асфальте что-то нельзя. Они-то чего? Говорят, что там нельзя. Они-то при чем? Они, конечно, они вообще деревья должны травку сажать. Они лезут куда не надо. Так что помогайте нам. Они и мы зажгем ваши сердца. А то, что мы творим, мы творим вопреки упырям, чиновникам, чинушам, всяким гадам, гомосекам, которых надо гнобить. Вот. И делать хорошее дело. Приходите к нам, помогайте, и мы зажгем ваши сердца. И вы будете хорошими, добрыми людьми. Да, во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, что почти никто не ушел. Смотри, да, шоу идет 4 часа, метро уже давно закрылось. Да. Ну, от Игоря Панина просто так не уйдешь. От нас не уйдешь, потому что мы классные. И все здорово, если ты видел. Ты да понимаешь, что это да, что это реально. И самый классный. Энергетика какая. Энергетика как сумасшедшая. Как да сверху летела вся лабуда. Она же никуда никому не прилетела. Не, она никуда же полетела, полетела и улетела. И специально. И парни твои вообще молодцы, прыгали там да сверху. В очередной раз доказал, что есть еще чувство у нас юмора и душа у нас есть. Потому что все переживали за твоих бойцов. Да. А нам-то что? Мы-то это делаем не первый, да, а сотый, тысячный раз. И сделаем еще круче. Приходите к нам, приходите в крепость каскадеров и никогда не пожалеете. Вы здесь обалдеете, сойдете с ума и влюбитесь в нас. Да, и на всякий случай адрес скажи. Мы сейчас убегаем, да. Сетуньский стан, друзья мои. Сетуньский стан. Приходите в крепость каскадеров, Сетуньский стан. Мы ждем вас, всегда ждем и любим вас. Всегда ваш Игорь Панин. Да.